Лео рисует? Привет, я Лео, и я люблю рисовать. Привет, а я Макс, я показываю, как рисовать. Сегодня мы будем рисовать няшки и вкусняшки. Няшки и вкусняшки мы рисуем вместе. Сегодня что будем рисовать? Лео придумал, что рисовать. Лео придумал, он хочет рюкзак. Рюкзак-портфель. Хорошо, Лео, рисуем, ребят, рюкзак-портфель. Лео придумал, а мы рисуем. Рисуем мы деревянными карандаши. Школа сад Лео, сделанные в России. И из липы вот такие они звучат. Настоящие деревянные карандаши. Рисуем вместе, они яркие и мягкие. И у меня есть один такой карандаш. Хорошо, ребят, взяли карандаши и рисуем вместе. Для начала нам понадобится черный карандаш, потому что мы сначала все нарисуем. Няшки, вкусняшки и, конечно, наш портрет нашего портфельчика. А после этого раскрасим. Хорошо, а можно я здесь посижу? Конечно, Лео, садись здесь. Не отвлекай нас с ребятами, потому что дело тяжелое. Мы рисуем портфель. Портфель с самого начала нужно нарисовать. Вот такой вот он будет. Это его как бы основная форма портфеля. Обычно портфели сейчас ранцы, и мы рисуем с легкостью такую большую гору, можно сказать, высокую гору, а потом закругляем ее снизу, донышко рисуем. И вот теперь уже портфель готов. Он похож на камень, и вот так вот он выглядит. Вот так раз, раз, раз. Я его обвожу посильнее, чтобы тебе было хорошо видно, а когда мы раскрасим, он будет яркий и очень прикольный. Конечно же, всем ребятам нравится, когда в портфеле побольше разных карманов, Лео, действительно, разных карманов и отсеков. Рисуем один большой отсек вот здесь, вот так вот он улезет, и стараемся его вот так нарисовать сюда-сюда. И сюда-сюда. Вот такой карманчик-отсек. Здесь тоже может быть один карманчик-отсек. И это тоже многим нравится. Сюда можно, например, спрятать что-нибудь такое полезное. Например, маску. Например, маску, да. Чтобы все было с тобой. По бокам обычно бывает тоже карман. Куда можно бутылки, например, положить. Или что-то такое. Например, линейку. Или телефон. Ну, телефон лучше ложить. Все-таки можно что-то положить. Здесь мы рисуем большую ручку. Ну, она маленькая, потому что две большие ручки мы рисуем здесь. Они похожи на ушки. На ушки вот так мы рисуем одно ушко. Вот так оно идет. А теперь здесь точно такое же второе ушко. Это здорово, когда ты рисуешь поэтапно. Одно нарисовал, другое нарисовал, и у тебя все получается. И если ты сейчас не успеваешь, то ставь на паузу и догоняй нас, а мы тебя подождем. Раз, два, три. Вот ты и догнал нас. Вот так рисуем сердечко здесь. И, конечно же, няшки. Мы же хотели няшки. Да, я очень хочу няшки. Это значит, надо нарисовать глазки. Да, ребят, нарисуем глазки. Вот тут два глазика нарисуем. Один глазик, второй глазик. Может быть, даже у кого-то такие портфели есть. У меня в детстве не было такого портфеля. И я даже немножко завидую. Потому что у современных детей сейчас у ребят очень много разных портфелей. Они яркие, веселые. Можно выбрать на любой вкус. Как Человек-паук, как Дюймовочка. Все есть. Да, все есть. И это очень мне нравится. Мне тоже это нравится, но вот так вот мы учимся рисовать с вами наши портфели. Здесь я нарисую застежки. А теперь время раскраски. Да, ребят, время раскраски, и раскрашиваем это все необычными карандашами. А какими? Какими? Расскажи, какими карандашами? Мы будем раскрашивать, Лео, акварельными карандашами. Вот так мы уже закончили с рисунком, а теперь берем карандаш акварельный, например, голубой цвет. Ты вот здесь сядь и закрасим голубым цветом часть нашего портфеля. Например, только карманы голубым цветом закрасим. Они будут прикольные, голубые. А после этого акварельные карандаши, они, я тебе скажу, можно ими пользоваться. Они очень прикольные, ими можно пользоваться как обычными карандашами. Но после этого размыть водой. А можно розовый взять? Конечно же, я как раз хотел розовый взять. Вот так закрашиваем розовым. Раз, 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 раз. Обязательно проверяйте, когда вы рисуете. Смотрите на карандаш. Написано «Школа сад Лео», а здесь нарисована кисточка. Эта кисточка и значит, что у нас акварельный карандаш, и его можно потом еще и размыть. Хотя он и так яркий, и так хороший, и все вроде бы здорово, но это бонус, супер бонус. Супер бонус, сейчас посмотрим, насколько он суперский, потому что мы используем все цвета, которые нам нравятся. Вот мы взяли фиолетовый цвет, тоже такой насыщенный фиолетовый цвет. И посмотрим, как он получится в жизни, когда мы размоем его водой.
Вот так, вот так, вот так. И еще закрась, пожалуйста, сердечко. Конечно же, сердечко мы закрасим. И теперь время для кисточки. Возьмите, ребят, мягкую кругленькую кисточку, намочите ее в воде и начинайте волшебство. Начинайте волшебство с розового цвета, к примеру. И вот так мы разводим наши акварельные карандаши. Очень легко это сделать. Еще немножко воды. Раз, раз, раз. И... вах! И у нас очень розовый, равномерно раскрашенный. Ай, какой красивенький. Так здорово. Теперь берем голубой, красим. Очень аккуратненько закрашиваем. А наша акварельная краска ведет себя как настоящая акварельная краска. Прямо она может размыться. Если вы смешаете голубой с розовым, то она размоется, и у вас получится что-то среднее с фиолетовым. Теперь вот сюда добавляем. Здесь светлые ручки. И вот у нас все почти готово. Вот такой здоровский у нас. Очень здоровский портфель. И такой няшный, ребята, рисуйте с нами. Мы всегда рисуем просто, ярко, и нам помогает Макс. Ребят, это просто, правда, нравится. Рисуйте портфель с нами. Лайкайте это видео и рисуйте. Конечно же, приходите в Инстаграм, там много фотоуроков. И, конечно же, присылайте свои работы в сторис. Лео рисует, легко найти. Так что всем большой привет и пока-пока.